Стоковы кірмаш пройдзе 18 червеня у Могилеве на открытой пляцовце у скверы 40-годия Перамоги. Тут будет организована распродаж рештов товаров и старых коллекций. Для удела у стоковым кірмаши запрошены больше за 40 вытворцев концерна «Белелегпрам», а так само оптовые организации недержавной формы власности. Как обещают организаторы кірмашу, на предпредставленные тут товары будут поменьшены отпускные цены и гандлёвые надбавки.